Возле тоннеля Круглов останавливается и говорит, чтобы мы были поаккуратней с аномалией, жарко. Ему типа не опасно, потому что у него вкачанный скафандр, а вот наша дедовская фуфайка может слегка и пригореть. Я думаю, что именно поэтому тут он и перестает идти первым и дожидается, пока мы пройдем через тоннель, чтобы сделать пару прикольных видосиков, над которыми они потом будут рофлить со своими яйцеголовыми коллегами. Тут же